Если выиграю, поеду на чемпионат страны. А я выиграю, вот увидишь. Всегда быть первым не получится. Иногда надо уметь достойно проиграть. А ты думал, ты всегда будешь первым? Всегда. Мы сделали две операции. Ситуация сложная. Ноги не смогут восстановить своих прежних функций. Сила желания, она как этот взрыв может горы двигать. Хочешь сказать, я все еще могу? А разве у моего сына есть другой вариант? Это правильное чувство, Царев. Так оно и должно быть. Вот откуда твои ноги растут. Ты что думал? Тебя все на блюдечке дадут? Ты мужик, берись! На старте Алексей Царев. Мы еще расскажем вам его удивительную историю героизма. Запомни главное. То, что ты здесь стоишь, это уже победа. Я люблю тебя, Алексей Царев. Давай! Русские не сдаются.